Итак, всем привет, с вами снова Миха Dark Dragon, и сегодня мы будем проходить третью ночь в игре Five Nights at Freddy 2. Как вы знаете, вторая ночь была просто жопа выносящей на самом деле. Я не знаю, какой мазохист это придумывал, но я это прошел, и причем прошел, наверное, даже как-то по везению, потому что на пятой ночи у меня кончился фонарик, и мне произошло то, что на меня не выбежал никакой лис. Так что вот так вот. Давайте начнем третий день. Поменьше болтаем про второй. Второй вообще надо забыть, как страшный сон. Скорее всего, третий будет не лучше, а даже сложнее. Поэтому мы сразу будем готовы. Так, алло, алло, алло. Все равно нихрена не понятно. И, кстати, ребята, объясните мне одну вещь. Если на нас нападают аниматроники, то есть вот зайцы там, медведи, лисы и тому подобное, как бы понятно, они аниматроники. Кто, где, откуда, как, почему? Уже! Лиса ёбаная! Так, тихо. Светим фонариком. Охренеть, прям еще даже час не наступил. Сука, уходи, лиса. Так, лиса ушла. Офигеть, еще даже времени прошло, уже лиса пришла. Я хренею просто. Ну так вот, как вы знаете, аниматроники, то есть лиса, медведь и тому подобное, как бы ладно, они ходят, передвигаются, они роботы. Но вопрос, как же на меня тогда нападает марионетка? Да кто? Етить. Кто? Опять лиса, да какого черта вообще? Шкатулка, ёбарзате. Капец, у меня так фонарика не хватит, если лиса так будет каждые 5 секунд приходить. Так, пока есть время, надо шкатулку призарядить. Ну так вот, почему же на нас нападает марионетка? Она же не аниматроник. Как бы. Она не может передвигаться. Да какого черта? Опять же лиса? Да блядская лиса, иди отсюда вообще. Мы тебя вообще не вызывали. Какого хрена ты мне каждую минуту ходишь? Вот реально, каждую минуту ко мне приходит. Иди отсюда. Падла ушла. Каждую ядрить твою минуту ходит. Вы видели? Видели, да? Все, ушел. Тихо. Кто, как, почему? Фонарик вообще нихера. 2 часа ночи только еще. Да еть, да какого хрена лиса-то? Лиса, пошла нахер. Пошла просто нахер, лиса. Пошла просто нахер. Ну просто уйди. Вот. Тварь. Старая утка из первой Five Nights at Freddy. Я ее вообще не видел изначально. Но я же надел маску. Почему она меня нашла? Почему? Почему вы мне скажите, почему? Гамовер. Ну, конечно. Давайте, конечно, еще раз попробуем. Но просто вот тут реально добешивает лиса. Она каждую минуту приходит. Да, если даже не 30 секунд каждый приходит. Ну, просто фонарик тратится на нее неимоверно. Я уже не знаю, что с ней делать. Это просто какая-то жопа. Если так и будет дальше продолжаться, то я нахрен этот Five Nights at Freddy's 2, наверное, заброшу. Скажу то, что все, это невозможно. Это просто кобздец. Да, я вот такая вот, считайте, тряпка Five Nights at Freddy's 2. Но это реально жопа. Вот смотрите, еще даже первый час не прошел, уже нападают. Я просто хренею. Иди отсюда, лиса. Лиса, пошла нахер. Пошла! Нахрен. Да ты тварь, иди отсюда. Ну давай, лиса, етись, тебя не наетить.
ты уйдешь сегодня? Блин, это капздец. Так, пока еще раз надо предрядиться. Чтобы эта ядрицкая марионетка не выбежала. Ушел. Да твою мать! Уходи отсюда! Бляха, там лиса, смотрите. А все. Еще этот с шариками ушел со своего поста. Да как здесь, да как я должен успеть-то? Летать, копать, да как же так справиться-то? Вот хер пойми, откуда они лезут. Всего лишь прошел час. Всего лишь час. Уже сколько времени должно было пройти? Вот всего лишь прошел час. Да почему идут звуки? Я прям страхуюсь. Тварь! Тварь лезет! Да блин! Сейчас вылезет. Ну конечно, давай вылезай. Падла. А не, ушла. Сейчас лиса. Блять! Блять, а как? Да блять, ты как? Блять! Пиздец! Твою мать! Все! Ну да. Это конец. Конечно, ну все, это понятно, это смерть. Третью ночь невозможно пройти. Третью ночь невозможно пройти. Я не знаю, какие гении. Я просто вот, реально, кто прошел все пять ночей, я не знаю. Я бы просто пришел бы, я не знаю, пожал бы руку. Но вот как? Как пройти? Я уже на двух часах просто сливаюсь. На двух часах. Хотя, я специально нашел в интернете. Вот специально перед этим прочитал про третью ночь. Написано, в третью ночь к вам идут только старые аниматроники из первой части. Но нет, тут живет и Лиса, и Балунс, и все остальные. И причем они уходят все вместе. Я не знаю, как это пройти, это просто невозможно. Ну, я последний раз попробую, конечно, но, блин, это реально невозможно. Это просто unbelievable. И долгая загрузка. Просто эта игра просто не щадит игрока. Не щадит, это просто хардкор. Я хардкорной игры в жизни своей не видел. Уже лиса, смотрите, уже лис. Понятно. Вот даже минута не прошла, и уже кто-то лезет. Фонарь. Да какого хер, вот как? Пизда, все, капздец. Просто капздец. Я говорю, это невозможно пройти. Это невозможно пройти, я вам сразу говорю. Для меня это просто невозможно. Вот он, смотрите, он стоит. На других я вообще не могу смотреть, обращать внимание, потому что он только там один стоит. Да какого черта, вот как? Как я, по-вашему, должен справиться с этой задачей? Вот уйди отсюда, заяц! Старый заяц! Ты охренел? Падла! Да он не уходит! Только это просто жопа!
И леса снова. И снова леса, ну конечно. Ну конечно же. Падла. Просто падла. По-другому ее никак не назовешь. Блять, еще эта шкатулка японом твою налево. Уйди, сказал. Просто. Твою мать. Да какого черта, откуда опять? Два часа ночи, у меня же фонарика нету. Просто замечательно. И кто? Кто сейчас? Лиса. Конечно, лиса. Ну все, две батарейки осталось. Две батарейки, фонарики осталось. Это просто жопа. Кто-то еще лезет к нам через вентиляцию. Ну конечно, это непроходимо, ребят. Это просто непроходимо. Давай, напрыгивай, давай, напрыгивай. Давай. А, не, ушел, смотрите. Ушел. Так, ну, кажется, тактику борьбы с этими тварями я понял. Надо просто вовремя, когда он к тебе подходит, надевать маску. А этот... А вот сутка я не знаю, как сутка я не знаю. Она какая-то странная. С ней хер поймешь, что делать надо. Ну, вроде она испугалась. Нет, она ни хера не испугалась. Она все еще тут. Ну иди отсюда. Я медведь, я сейчас загрызу тебя. Да капец, они каждую секунду идут. Каждую секунду. Три часа ночи. Три часа ночи. Фонарика нету. Нету фонарика. Просто нету. И леса. Ну, вот сейчас у меня фонарь точно кончится. Раз, два, три. Ушел. Бля, куда ты... Откуда приходят старые аниматроники, как бы они надо так внезапно приходят, что я даже не успеваю понять. Конечно, кто-то идет, конечно, кто-то идет. Конечно, лиса тварь идет 100%. Оп, уходи, раз, два, три. Ушла, да? Отлично. Тварь! 4 часа ночи. Блять, еще заяц. Заяц, тебе хули надо? Урод. Ой! Успел, вроде успел. Да, успел. Хотя нет, тактику я понял. Тактику третьего дня я понял. Хотя это я поздно понял, потому что у меня же фонарик кончается. Лиса, лиса идет, лиса. Так, раз, два, три. 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 Раз, два, три, 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 все ушла. Ай. Успел, успел, крольчиха сраная пришла к нам. Новый аниматроник. Так, остался один час, остался один час. Неужели я, нет, не буду раньше времени загадывать, раньше времени не буду. Потому что раньше времени скажешь, потом не пройдешь, нихера. Фонарик, все, фонарик. Маска. Есть!
Окей! Я прошел так быстро третий... Я всего лишь с третьей попытки... Вау, что это? Так, что-то новое. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Мать вашу. Это я опять за аниматроника сейчас гляжу глазами его. Так. О, привет. Фредди? Мишка? Или как тебя там? Или это золотой медведь? Привет. Это я. Не надо четвертую ночь. Сейчас не надо. Пожалуйста, не надо. Просто не надо. Я тебе говорю, просто не надо сейчас четвертую ночь. Я сейчас просто не выживу, я сейчас сдохну. Мне надо отдохнуть от третьей ночи сначала. И потом уже играть четвертую, потому что так нереально. Ну что ж, прошли мы с вами третью ночь. Благополучно, хорошо. Правда, с третьей попытки, хотя тактика вообще в третьей ночи была очень легкая. Просто отвлекаешь лису, и когда к тебе подходят старые аниматроники, быстро надеваешь маску. Я считаю, что третий день даже проще, чем второй день, потому что со старыми с новыми аниматрониками сложнее бороться, чем со старыми. Это я понял. Также я, ребят, не понял, как бороться с этим балуном, ну вот с шариком, который мальчик приходит. Я не знаю, как с ним бороться. Вот просто он приходит, и все, это считай конец игры. Если он приходит, то смерть. Вы видели, что он уже к нам приходил, и там нас просто ловит лиса. Поэтому, ребят, кто знает, как с ним бороться, напишите, пожалуйста, в комментариях. А с вами был Миха Дарк Драгон. Надеюсь, вы полностью посмотрели это видео. Всем удачи и до новых встреч!